Ну что же, посмотрим, что у нас тут. Ребята, всем привет! Вы на канале Orest Custom Figure, меня зовут Виктор. И это третье завершающее видео по моей коллекции фигурок по фильму «Робот-полицейский». И это прям просто песня какая-то, ведь потому что это Ed-209. Он офигенно проработан и офигенно качественно с точки зрения переноса вот всех нюансов и деталей этого костюма, вернее, господи, этого персонажа, этого образа. Мне, честно говоря, эта версия нравится больше всего. Мне она нравится больше, чем у Hot Toys. Мне она нравится больше, чем, по-моему, компания Hea Toys. Потому что этот сделан максимально похоже на Эда из фильма. Давайте посмотрим вообще, что в нем есть. Господи, я смотрю, я каждый раз, когда я увижу, я смотрю и понимаю, я слышу его голос, когда он начинает приказывать о том, чтобы я сдался. Там осталось мне буквально уже совсем мало времени. Он начинает поднимать крылышки, злиться, и в общем дальше все вы знаете. Эта фигурка отличается, кстати, у нее есть особенная отличительная черта, которая есть далеко не у всех фигурок компании NECA. Это звук, потому что в принципе, помимо своего внешнего вида, этот персонаж очень сильно запомнился звуковым сопровождением, которое у него было. И NECA, она перенесла его нам, чтобы мы могли слушать и наслаждаться сутками напролет. Давайте послушаем все-таки, что же он нам хочет сказать. Вот здесь есть маленькая кнопочка, причем вы заметили, она очень классно спрятана, что не влияет на дизайн, но в тот же момент, ну, в общем-то, дает определенный плюс. Давайте послушаем. Динамика у него находится вот здесь. Он чуть он вошел в роль и немножко решил посмотреть вниз, где там человеки. Следующее нажатие, новый звук. Слушаем. Звук номер 3. И вот сейчас, по-моему, должно быть вот самый вообще просто пик, вот от которого просто все мои друзья, когда я им включал эту фигурку, они все просто визжат, как девчонки. Нет, не этот звук. От этого просто кричат. Вот это. Вы понимаете, что я специально для вас его потряс, чтобы у вас эффект был просто как будто вот он из фильма. Не благодарите. Так, и по-моему все, больше нету. Давайте проверим. Ну да. Офигенно. Звук просто офигенский. У него не так много подвижности, но с другой стороны, в принципе, вся подвижность, которая у него и должна быть. Если вы заметили, у него поворачивается немного, не знаю, назовем головой. Голова, у него вот эти части поднимаются, ну, просто защитные. Эта часть вращается. Есть вот такая классная фишка, когда он прицел не поворачивается, не отстегивается, но зато выдвигаются ракеты. Вот. И причем вот эти маленькие ракетки, их тоже можно достать. Вот.
Эта часть тоже поворачивается. Поворачиваются ноги. Не знаю, лапы, наверное, ноги. Можно увеличить длину. Я не буду это делать, просто потом его надо будет... Вообще, я не буду этого делать. Вот эту длину можно поднять и опустить. На любителя, как мне лично кажется, я выбрал средний размер. Вот если брать, так скажем, размер робокопа, вот они стоят вместе, то, мне кажется, размер как раз то, что нужно по высоте. Что я могу вам сказать? Фигурка шикарная. Посмотрите, как много маленьких вот таких наклеек, да, говорящих о том, что они суют тут пальцы, тебе их может оторвать случайно. Вот тут какая-то милипусечная наклеечка, вон она там приделана. Здесь. Здесь покрашено. Вот эти части все покрашены. Вот наклейки. Здесь, здесь. Это реально просто шикарная фигурка для поклонников фильма о Робокопе. Компания NECA максимально, возможно, перенесла все детали дизайна этого замечательного персонажа в эту фигурку. Если вы собираете коллекцию, то я 100% абсолютно рекомендую вам эту фигурку к покупке. Она иногда появляется на вторичном рынке, и время от времени ее переиздает компания NECA, как она сделала, по-моему, год назад. Может быть, она еще в магазинах и есть. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, эта фигурка, ставьте лайк, пишите ваши комментарии о том, как там по вам бежали мурашки, когда вы слышали эти звуки. Кто-то из вас, может быть, плакал, не стесняйтесь, пишите тоже. Подписывайтесь на мой аккаунт в Instagram, там очень много фотографий с фигурками в основном, с сравнениями там и так далее. Есть еще канал Telegram, там, если можно, так скажем, я пишу иногда какие-то интересные новости, можно пообщаться или задать какие-то вопросы. Спасибо за просмотр, до следующих видео!